Приветствую на канале Asmodee Play. Мы начинаем игру Dark Sector. Так, одиночная игра. Давайте новая игра. Окей. Рэмбо уже нет. Господи, со звездой на шапке, ну что пиздец-то? Тем более они он. Куртки старого, старого нового образца, это кофта, блядь. Кто в кофте плавает? Это пиздец-то. Тряпичным, ага. Шерстит, как минимум. Так, кто-то его сожрал. Ларсия, 20 лет спустя. Лагерь Возро. Вот, сука, вот здесь бесячий будет, блядь. Я, кстати, первый раз играю, поэтому не обессудьте. Попробовал так, смогу, не смогу. Ну, бесячая игра. И это как сказать, управление. Само управление подбежало. Все чисто. Продолжаю обход. Кстати, за вас, мои подписчики. Давай. Опа. Типа крутой боевик. Кому ты там машешь? Я не смогу еще раз. Концентрируйся и используй свои навыки. Я думал, что смогу. Назад пути нет, Хейден. Ты уже на территории комплекса. Выбор сделан. Ты уверен, что эта зараза по воздуху не распространяется? Уверен, но даже если и так, твоей вакцины хватит еще как минимум на 6 часов. Давай займись делом. Установи заряды, затем проникни в здание. Итак, заряду установить, проникнуть в здание. Все бы ничего. Сука, ты вертолет сбивать, это пиздец. Это вот жопа полная, поверьте мне. А мне надо вот так пройти, если видите, вон там где-то мост. Вон там мост, куда перейти. Лучше сейчас увидеть. Вот здесь вот, блядь, я сильно сейчас вертолетом тут ебану. Воевать буду эту отдельную тему. Ладно. Ваша жизнь зависит от выполнения протоколов защиты. Тут, блин, вот говорю то, что в управлении вот она пипец какая. Я тут немножко подкорректировал, хоть немножечко под себя. А так-то жопа полная. Зараженное население. Это опять собиралки. Нам следует быть бдительным, чтобы так оно. Удержание, чтобы поднять, надо сделать удержание. Вот это меня бесит. Давай, да. Тут у нас ничего такого особенного не нет, но зато есть какие-то, я не знаю, жетоны, которые собирать можно. Может быть заражен. Которые инфицированные цели прочны и обладают улучшенным метаболизмом. Их плоть со временем отвердевает. Ага. Требуются решительные действия. Куда-то можно использовать. Полезным добавлением к вашему арсеналу станет энферон. Для здорового взрослого человека энферон является мягким ирритантом. Но у зараженной цели он вызывает паралич и смерть при достаточной дозе. Вы, кстати, слушали, нет? Вот он там тоже интересно рассказывал. Смерть, паралич. Так, тут автосохранение, поэтому тоже... Пожалуйста! Не смотри на меня! Это не укус! Я случайно поцарапался! Так. Берем. Потом у нас она уже не будет так. Они потом какой-то датчик там нацепят, либо чё? Что? Патронов у нас уже так не будет. Устанавливаем. Патронов можно не жалеть.
Я же не буду как-то галдело стрелять. Вот так вот. Вот фишка в том, что вот надо, чтобы патроны подобрать, надо вот так вот сделать. Подобрать их оружие. Давай. Именно так. Так, посмотрим, вот здесь нет никаких этих, то ли жетоны, то ли билет. Я так и не разобрался, что это за хрень, которую потом в итоге можно будет использовать где-то на черном рынке. Где-то черный рынок, я тоже не представляю. Даже не знаю пока, что это такое. Блин, первый раз играю. Меняю магазин. Так, вот у меня единственное, что тут нет аптечек, но он почему-то, ну, сам восстанавливался со временем. И вот, кстати, я вот так, ну, посмотрите, в правом углу там как это, я даже не знаю, рябь, не рябь. Может, что-то должно быть. Какая-то карта или что, или игра такая побитая. Но тем не менее, ну, не знаю, мне это не мешает. Потому что она действительно такая игра. Где тут? Подождите, мы у кого взяли-то? Взяли. Это у нас для пистолета. Патроны были. Ну, в общем-то, неплохо. Вот он. Думаю, пропустил его. Так. И где-то у нас. Вот так. Открываем, смотрим. Что там? Что там? Интересно. Здравствуй, Виктор. О, слава богу, ты здесь. Он как-то узнал, что я отправил это сообщение. Просто скажи мне, где находится Мезнер. Ему теперь помогают ласрийские войска. Послушай, он пытается проникнуть в хранилище. Если это случится... Вот такой вот я подлец, я даже не знаю, как это назвать. Операция называется по спасению. Дело сделано. Хорошо. Вытаскивать его было слишком опасно. Что если мы занесем сюда инфекцию? Голова раскалывается. Мне кажется, я слишком много знал. Значит, соберись. Если Мейзнер вывезет инфекцию из Ласрии, она распространится подобно чуме. Я просто хочу покончить со всем этим. Тогда найди Мейзнера. Это все из-за него. Пусти ему пулю в голову. Не все так просто. Ну давай. Ну, какой-то Dark Sector, это какой-то, не знаю, шпион какой-то. Хренового класса. Давай, появляйся. Так. Почти. Прикройте меня огнем! Патронов мне не жалко, потому у нас с ними будет немножко, не знаю, натужно, проблематично, не знаю, как правильно объяснить вам. Эй,
Нет, нам куда-то сюда, нет? Подожди, почему по-английски-то вы орете? Игра английская, что? Ну, хоть сюда мы в тупичок бы забежали. Ага. И ни хренашеньки. Что бы мы тут имели? Да ни хрена бы мы тут не имели. Просто пустая декорация. Пристрелил обоих. Обоих пристрелил. Ну, пойдемте посмотрим. Так. Так. Вот у нас патронов-то, посмотрите, сколько. Прямо. Лепута. Ну и сейчас и пиздовать там, правда, надо будет. Вот так. Минутку. Как бы нам вот так вот. Давай. Папе сдавали, папе сдавали, папе сдавали деньги на чай. Да, вру, не на чай, конечно. На дискотеку. Вот тоже. Красавчик, а то. Ну вот он вышел, супер убийца. Блин, посмотрите, только на рожу. Какого черта? На, бросок. Сюрикена. Посмотрим, как тебе понравится это. А у него какие-то силы, твою мать. Надеюсь, у меня потом дальнейшем будут подобные силы. Чем-то напоминает Crysis. Своего рода такая полуверсия. Я очнулся пьяный на столе. Что они тебе сказали? Что они тебе сказали, Хейден? Что ты сошел с ума? Но ведь о тебе они говорили то же самое, не так ли? Неуравновешенный, психопат, негоден к службе. И тем не менее они послали именно тебя.
несмотря на то, что ты настолько болен. Но я могу вылечить тебя. Давай. Подожди, подожди! Обломок! Копья торчит во мне. Кошмар. То ли, кстати, не то копье, не то меч, что-то за палаш такой. Ты же знаешь, что такое лотос? Настоящая ценность. Такая красота. Отцветет среди грязи и гнилья. Конечно, ты при этом умрешь. Ну уж кто-кто, а ты это заслужил. Может, и заслужил. Может быть. Шевели копытами. Ну реально, что такое вот? Что-то за, я не знаю. Ну, что-то какая-то хрень происходит. Я в твоей голове. Не будем. Нет пути назад. Смотрите, что стало с моей рукой. Марлоу. Марлоу один. Продолжаем. Мы слышим тебя на канале экстренной связи. Я инфицирован. Тот укол, что вы мне сделали, не действует. Безнер мертв? Может быть. Я взорвал заряды. Вы меня слышите? Вакцина не сработала! Заберите меня отсюда! Я начинаю собирать спецгруппу. А ты пока продолжай действовать. Тебе нужно встретиться с внедренным агентом по имени Ярго Меньшик. Он работает на наблюдательном посту наверху здания администрации порта. У Что него будет еще средство Хорошо. От инфекции. Это поможет тебе продержаться, пока мы не прибудем. Просто двигайся на север вдоль берега. Я растерял все снаряжение. Импровизируй! У тебя это всегда хорошо получалось! Смотрите, какие-то полукиборги. Тварь! Вот так вот, вот тебе и рука. Нашел его! Симпровизировал. Джипперс криперс. Так, радио нам выключили, но самое, что теперь оружие мы не можем брать. То есть возьмем, но на короткое время буквально. Ah, watch my back!
не та кнопка. Ладно. Там еще и патронов нету. Снес. Ну-ка, давайте поменяем. Глефу бросать. Глефа. Вот так вот. Для удобства. Вот смотрите, что происходит с оружием. Прикол. Где-то. Что я этой глефой потом еще и подбирать вещи смогу. Глефа, назвали тоже. Опа. Вот еще карточки. Какие-то билетики. Ходим. Взяли. Самый что прикол, тут надо искать нахрен, тут не показано ни карты, нет ничего, куда идти, поэтому все сам. Ой, на карточке.
Стой. Стойте, стой. Да. Опа. Упасть нет. По сюжету. Все по сюжету. Что такое было? Нужна поддержка. Можем здесь собрать дела, трупики. Ой, блин, патроны. Вот тут на столе ничего нет. Вот это, кстати, не, это телевизор. Самое хреновое. Сообщите Метцеру, что мы засекли цель. Где это? Что это? Прикрой меня!
Что тут есть? Ничего покашеньки нету. Кстати, если вы думаете, что в помещении вы там спрячетесь, ошибаетесь. Он сюда в помещение также забежит. Так. Патроны для пистолета. Есть. Ну так вот этот монстр, я не знаю, он мне должен еще где-то попадаться. Раз мы его не убили до конца-то. И он убежал. Вот сюда можно было от него, да, спрятаться так-то, в теории. Ладно. Давай. Оружие уже реагирует у меня. Может, из-за руки, кстати, реагирует. Раз у меня рука такая, все. Будьте любезны. С этой стороны ничего нету подобрать. Так. Бабушки. Корабль. О, интересный случай. В этой руке держать ничего такого, перчатка какая-нибудь нужна. Ну что ж, вот она новая сила наша. Нет, вот так вот. Когда желтая, там прекратиться надо. Нужно подкрепление! Группа Д! Группа Д! Группа Д! Группа Д! Группа Д!
Мне кажется, все мертвы, они за мной следят. Черт. Голова. Почему они не нападают? Так холодно. Руподер, как у вас обстановка? Уже. Вся горит. А, да. Сюда. Нет. Это... Разбили. Периметр прорван. Куда?
этапом. Мог бы, конечно, пробежать. Двери в них печатали, понятно. Где билетик? Так, наверху трубы тоже может быть. Так что, вот билетики. А вот здесь я должен был кувыркаться, да? Ну, по ходу дела, да, должен был сразу бежать. И вот такими кувырками. Вперед! Только вперед! Мы не сдаемся! Версия на минималку. Нет, ничего мы здесь сделать не можем, ни гаечный ключ, нет. Что, где? Когда? Лестница сломана. Что, кто-то ходил большой или что? Группа Б, как у вас обстановка? Нет, все-таки другими путями открывать надо. Теперь у меня еще электрическая. Вот так вот. Несколько раз. Ничего тут мне подобрать не надо. Лето-то возвращается назад, что может радовать меня, пока у меня одно оружие будет, того копье, у меня лето. Кто-то жрет. Я как понимаю, мне чуть побыстрее тут пройти надо, да?
осталось. На открытых местностях. Эй-эй-эй-эй-эй. Давайте выскакивать. Технология оружия времен холодной войны, разработанная в научном центре, улучшением можно на черном рынке. Забрали. Thank you.
еще разок, что-то в Бэтмене на батаранг, да, похоже? Куда-то выбило его. Помогите! Помогите! Ой, ни хрена, он ко мне как пришел. Ладно. Это часть того, чем ты являешься. Oh!
огнем. А меня кто прикроет? Бегали оттуда. Мы сначала здесь обойдем все. На, нет. Не посюда. Что у нас здесь? Ага. Ясненько. Понятненько. Пойдемте туда, не знаю, сначала что ли заглянем. Уверен, они как-то связаны, эти две коробочки. Нет? Нет, не связаны, смотрите-ка. Тебя домой. Так. Вот здесь такая же комнатка, вы сидели тут и ждали. Увеличивает магазин, позволяет сделать больше выстрелов. Технологии оружия времен холодной войны. Прекрасно. 1000 измеряется, да, значит? Так, а куда мне здесь? Я предполагаю, что куда-то сюда. Но мне не зря дали вот этот управляемый. Значит, сейчас при помощи нее я должен что-то открыть. Неплохо.
такой рубец остался. Блин, только все равно как-то хреноватенько там управляется. Ладно. Давай. Убери оружие, дружок. Тоже мне Коба нашелся. Ярго, у тебя кое-что для меня есть. Так точно. У меня для тебя новые приказы от АД. Также я помогу тебе достать оружие и взрывчатку. Нет, спасибо. Тебе это не понравится, но выбора нет. Это замедлит распространение инфекции, чтобы у тебя было больше времени. Показывай, что у тебя есть. Кто там? Взрыв в гавани освободил зараженных людей, схваченных Мезнером. Мы полагаем, что он планирует вернуть их, выманить на открытое место, где их схватят его ласрийские подручные. Виктор Судак починил старый советский сверхнизкочастотный передатчик. Такие использовали в 80-е годы, чтобы приманивать зараженных, как мотыльков на огонь. О. Надя, ты вообще слушаешь? Передатчик спрятан в старом бункере в ласрийских катакомбах. Проберешься через церковь. Уничтожив передатчик, ты сорвешь операцию Мезнера. Возьми спутниковый телефон. Как я уничтожу передатчик? Возьми вот это. Под землей получишь взрывчатку, которая тебе нужна. А заодно и оружие без ограничителей, если о цене договоришься. Так, надеюсь, тебе будет не очень противно в коллекторе. Вот, в общем-то, и договорились, да? Берем. Не могу разбить. Что-то за стекло у тебя там. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!